Итак, всем доброго времени суток, это Gadget X. Представленный недавно смартфон Ulefone Power 3 уже с 25 декабря будет доступен для предзаказа. Как и все его предшественники, он отличается повышенной автономностью за счет аккумулятора емкостью 6080 мАч. Производитель обещает до 4 дней работы без подзаряд. Также это первый представитель линейки с соотношением сторон дисплея 18 к 9. И тонкими рамками. А чтобы вы не купили кота в мешке и рассмотрели гаджет со всех сторон, производитель снял его мини-обзор. В представленном ролике в первую очередь продемонстрирован сам смартфон. Тут же можно оценить небольшую толщину рамок. В тесте Antutu аппарат набирает 70 тысяч очков, чего для повседневных задач вполне достаточно. Производитель показал работу камеры, скорость и плавность интерфейса в разных приложениях. Продемонстрировал взаимодействие с виртуальным помощником Google Assistant. Мимо внушительного аккумулятора и экрана с тонкими рамками, Ulefone Power 3 может похвастаться наличием двойной основной и фронтальной камер. Впереди расположилась пара модулей с разрешением 13,5 мегапикселей, а сзади 16,5 мегапикселей соответственно. Обе поддерживают съемку с размытым фоном. Технические характеристики Ulefone Power 3 такие. 6-дюймовый дисплей с разрешением 2160 на 1080 пикселей, соотношение сторон 18 к 9, 8-ядерный процессор MediaTek MT6763, 6 ГБ оперативной памяти, встроенный накопитель на 64 ГБ с возможностью расширения, двойная основная камера с сенсорами на 16,5 мегапикселей, двойная фронтальная камера с сенсорами на 13,5 мегапикселей, аккумулятор емкостью 6080 мАч с поддержкой быстрой заряд, комбинированный слот для двух сим-карт, поддержка 3G, сканер отпечатка пальцев и функция распознания лица. Операционная система Android 8.1 Oreo.